Добрый день, друзья! Сегодня рассмотрим вопрос о том, где и как скачать прошивку на телефоны Samsung. Имеется в виду Android смартфоны. На самом деле это легко и просто, хотя многие спрашивают, не могут найти почему-то прошивку. А может быть, скорее всего, просто люди не могут как бы разобраться, что скачать, и хотят, чтобы за них просто дали прямую ссылочку на какую-то отдельно взятую прошивку. Но, ребята, это вопрос такой, что я стараюсь не давать ссылку, потому что я не видел в руках, не держал этого телефона вашего, не смотрел, что с ним. Возможно, там дело совершенно не в прошивке. Не смотрел его версию, ревизию этого телефона. Как бы и мои предпочтения, что нужно от его работы, от этого телефона, от самой прошивки, несколько могут отличаться от ваших. Поэтому я не даю прямые ссылки. Ну вот, например, по простому запросу, да, я пользуюсь поисковиком Google, прошивка i9100. Вылезает первый же сайт, это самый популярный сайт, это форум, ФОП, да. Тут все есть. На все телефоны прошивки люди дают. Здесь кураторы есть темы, здесь хорошо оформлена шапка. Пожалуйста, пользуйтесь. Единственное, что люди, да, находят. Здесь куча вкладок. Прошивка такая, прошивка сякая. Простая прошивка, например. И люди не могут разобраться, что нужна. Официальная, рутованная прошивка. И тяжело разобраться, да? Ну, хотя здесь есть и инструкции, и драйвера, и утилиты. Ну. Так, где тут обновление? Каталог прошивок, пожалуйста. Нельзя устанавливать для G. Все тут написано. Предупреждение есть. На любые другие телефоны. Вот я, например, прошивал сейчас Core 2 Duos. Долго мучаюсь, уже второй день бьюсь с этим телефоном. Тоже есть всякие прошивки. Тоже ФОП, да. Вон их куча всяких. И SER-регионов для России. И четырехфайловые, и однофайловые. И разных дат. Разных ревизий. До хрена. Индийская прошивка со вшитым русским языком. На любой вкус, пожалуйста. Скачивайте. Инструкции все есть. Так что найти никаких проблем нету. Вот. Потом другой вопрос, что иногда даже на форуме ФОБДА бывает так, что ты находишь прошивку, а не знаешь, какую выбрать. Сомневаешься. Либо не скачивается, либо вот ссылка есть, ты открываешь, а файла там уже нет. Либо скорость ограничена, там ссылка идет куда-нибудь на Яндекс.Диск. Яндекс.Диск говорит тебе, что сохрани на свой Яндекс.Диск, потом только скачаешь. Либо ограничена скорость скачивания. То есть, ну, есть такие запары. И вот тут недавно я обнаружил хорошенькую программу, называется Samfirm. Я ссылку на нее дам и покажу, как ей пользоваться. Программа Samfirm. Программа портативная. Она не устанавливается на компьютер. То есть папочку также скачаете. Я вам ссылку дам. Будет в архиве папочка. Просто переместите ее в нужное вам место. И оттуда запускайте. Есть ряд требований. Их два всего лишь. На компьютере должен быть установлены драйвера для Samsung, поэтому скачивайте Samsung Kais, устанавливайте его, и драйвера у вас будут на компьютере. И потом Net Framework 3.5 для вашей операционной системы. Если у вас 32-битная, ставьте 32-битную. Если у вас 64-битная, то соответственно 64-битная. Net Framework. Ссылочку дам на сайте Microsoft, его скачаете и установите. Без них
Ну, если у вас уже установлен, то, конечно, не надо этого делать. Но без них программа корректно работать не будет. Так, давайте рассмотрим, как она работает. Запустим экзешник, сам фирмы Exe. Можно развернуть на весь экран. Первое поле — модель. Напишем, например, GT I9100. Регион. Регион пишем, ну, для России это СЕР. Большими буквами. Маленькими не прокатывает. Если у вас галочка на мануал, уберите ее, поставьте на авто, то есть переключитесь. Здесь в мануале хоть валя загорается, но ничего здесь не сделать. Почему-то не работает пока это. Работает только авто. Здесь вот есть галочка Binary Nature. Если вы ее не отмечаете, то у вас скачивается однофайловая прошивка, только PDA-часть. Это для обновления версии телефона. Но если у вас телефон нужно восстановить, ставьте галочку, у вас будет скачиваться трехфайловая прошивка. BDA, CSC и фон. Фон-то это, ну, как бы, вот, в общем, там разберетесь. Так, прошивка скачивается с серверов Samsung. Официальная, стоковая. Никаких кастомов, никакого выбора здесь нету. Только последняя для вашей модели и для вашего телефона. Существующая на сервере Samsung. Далее, что нам нужно нажать? Check Update. Видите, Cold Not Fetch Info. For GT. Ага, а мы забыли буковку I впереди. Еще раз. Вот. Checking. Вот. Наш найдена прошивка. Теперь ждем, когда здесь в поле появится и файл, и version. Ждем. А пока почитаем, что здесь нам предлагает модель I9100 версии прошивки. Да, я, видите, отметил Binary Nature, поэтому он должен найти три файла. Операционная система Jelly Bean Android 4.1.2. Так, ну что ж ты. Еще раз check update. Нет файлов для загрузки. Ну, нет файлов для загрузки. Вот видите, однофайловую прошивку он загрузил. Я убрал Binary Nature. Однофайловая прошивка есть на сервере. А трехфайловых нету. Для другой модели телефона, наверное, будут. Ну-ка попробуем для 93, наверное. Есть что-нибудь? Да? Есть многофайловая прошивка для i9300. Далее почти гик. Далее нам нужно нажать кнопочку Download. И дождаться, пока пробежит строка. Загружается здесь быстро. Довольно-таки быстро. Конечно, от скорости вашего интернета зависит, но быстрее, чем загружает браузер, так скажем. Ну вот и скачалась прошивка. Теперь нужно нажать кнопочку Decrypt. Обязательно нужно нажать. Если вы забыли нажать Decrypt, то делайте все заново. Программа напишет, что такая прошивка уже существует. И сразу выдаст результат. И нажмете Decrypt. Нажимаем. И дожидаемся процесса еще раз. Вот и все. Прошивка скачана. Здесь декриптована.
Все, можно программу закрывать. И прошивка у вас появилась вот здесь. Вот здесь появился файлик с расширением в конце ENC4. Это нам не надо. Нам нужен только архив. ZIP. ZIP-папка. Ее открываем. И все эти файлы можно сделать таким образом. Просто распаковать здесь. Извлечь все. Вот и все. У вас на компьютере теперь существует прошивка. А эту папочку можно перенести куда-то. Я обычно на рабочий стол. И с нее уже прошиваю. Вот они все файлы. 4 файла. AP, BL. Кто не знает, BL это bootloader. Смотря какой версии вы программы. Если 3.9.10 написано, видите сразу, bootloader. Значит, BL в bootloader. AP в PDA. Модем в фон. CSC, соответственно, CSC. Вот и все. Ну, если пользуетесь 3.10 Одином, то там так и написано. BL, AP, CP, CSC. Ты разберетесь. PID файла здесь нет. Поэтому Repatriation галочку не ставим и прошиваем. Я думаю, эта программа будет очень полезна людям. Во-первых, тем, кто следит за обновлениями своего гаджета. И тем мастерам, которые часто качают прошивки, прошивают такие телефоны. Поэтому пользуйтесь. Это довольно-таки полезная программа Samfirm. Но не забывайте о том, что альтернативу вы всегда найдете на таких форумах, как FOBDA, GSM форум. Ну, это вот такие самые основные. И на сайте Samsung Fan. Там прошивки в основном БАДа и на Java телефонов Samsung для простеньких. Вот и все. Спасибо за внимание, ребята. Надеюсь, кому-то упростил жизнь. Подписывайтесь на меня. Всем вам счастья, удачи. Хорошего настроения. Пока!